Тр-тр-тр, погнали. Генри! Да. Как ты выглядишь, браток? А что ты спрашиваешь-то? Потому что я всегда служу по внешности. Давайте ответим мне. Кстати, всем привет, и я рад приветствовать вас всех на моем канале. С вами Турбоёж. Продолжаем мы проходить Firewatch, и у нас уже получается это третий день, да? А, спросил, как мы выглядим, да? Вот так вот. Меня вечно путают с Бертом Рейнольдсом. Ох, неужели? Женщины говорят, что у нас похожий набор феромонов. Ага. Ты первая спросила. Отличное начало. Так, посмотрим, насколько меня видно, ты белый парень в шортах. Нет, шорт у меня нет, кстати. Сейчас жарко, и, кстати, возможно, я не белый, знаешь, это не очень политкорректно, или как там говорят. Господи, да ты белее белого. Мне для этого не нужна подзорная труба. А что ты обычно носишь, когда ты не в шортах? Чё я ношу? Вот так вот. Не знаю, я стараюсь выглядеть хорошо, как правило. Ну, сейчас стараюсь, как мне кажется. У тебя был период неряшливости? Угу, лет 25-30 назад. Но теперь ты надел чистую рубашку. Да, ту, что мне подарили на Рождество. Она простая, синяя, с белыми пуговицами, но мне нравится. Хотя я не часто ее ношу. Звучит идеально. Теперь пиши мне свое лицо, я смотрю на тебя за стойкой бара. Что я вижу? Чё она видит? Вот так, скажем сейчас. У меня сломанный нос, ничего такого страшного, но тем не менее. Как это случилось? У тебя была яркая карьера в боксе? Если бы. Нет, парень был пьяный, прыгнул мне на спину, и я поскользнулся и ударился о паркомат. Бррр. Я хочу знать про твои глаза. Ты серьезно? Я тебя рисую, и мне нужно знать. Ты что? Ты не возражаешь? Не отвечай, я все равно буду это делать. Лады. Твои глаза, опиши мне их. Ну, слушайте, когда уже начнем играть? Они стальные, холодный и тяжелый взгляд. Как у сибирской хаски? Ага. Окей, понял. Спасибо, Генри. Ты получил то, что тебе было нужно? Несомненно. Все, наконец-то. Кстати, смотрите, я обнаружил здесь такой вот небольшой кейсик, написано Расти. Вот так вот, да? Так, ну чё? Открыть дверь. Открываем. А в последней части мы здесь вроде заколачивали вот это вот окно, и там давайте посмотрим, какое задание, в принципе, нам дадут. Найти доски для ремонта внизу. Да, все понятно. Ну и чё, спускаемся вниз, продолжаем, значит, блюсти закон, жить в лесу. И это круто, чуваки, это круто. Кстати, где-то здесь бегают эти две шаловливые девчонки, с которыми у нас разборки постоянные. Мы, кстати, их не нашли. Помните, в последней части нашего прихождения мы нашли их лагерь, который кто-то разрушил. Кто-то там порвал палатку, кто-то раскидал бутылки, банки. В общем, устроил полный беспорядок. Доска, вот я вижу доску. Давайте одну возьмем. Взять еще пару досок. Давайте посмотрим. Вот еще доска. Есть. И еще одну дощечку мне надо. Вот она. Ну, куда ее запрятали? Все. Сделать разбитое окно. Погнали. Сейчас мы его заделаем. Давай. О, хорошо, бег включил. Залазю прям очень быстро. А здесь он уже начинает тормозить и идет потихоньку. Вот так вот заделать. Вот так вот. Есть. А как он забивает, непонятно. Гвозди я не вижу. Просто поставил доску и колотить по ней. Ну и третью. Вот так вот. Все. Готово. Отлично. Теперь у нас есть заколоченное окно. Я сделал. Что мне теперь дальше делать? Говори. Что теперь? А как ты думаешь, что теперь? Это ты мне давал задание 2 дня подряд. Теперь ты сидишь в этой комнате до 1 сентября и связываешься со мной при первых признаках пожара. Ах, ну да. Почему бы тебе сказать, что ты морально готов к этому заданию, и я дам его тебе? Окей, я готов. Я думаю, я готов к долгосрочной ответственности по защите этого национального леса от тотального разрушения. Я рад слышать, что ты действительно это обдумал. Конечно.
Мы даже видели тебе удобный стул и все такое. Выделили ли? Видели? Выделили, наверное. Знаешь, он не особо удобный, он деревянный, без обивки. Да, он не кожаный. Я туда один раз сел жопой и получил занозу. Ах, тем не менее, присаживайся, судьба леса зависит только от тебя. День 9. Ух ты, как нас перебросило, слушайте. Быстро. Ладно, посмотрим, что нас ждет. О, сэндвич! Есть! Ништяк! Чувак у нас сидит на каком-то маленьком плато. Привет, Генри, хорошо проводишь день. И встречает закат. Или рассвет. Непонятно. А неплохо. Так, я скоро здесь освоюсь. А мило. Послушай, я звоню с плохими новостями. Две девушки, Челси Стивенс и Лили Маккеллен, объявлены пропавшими без вести. Их родители в Калифорнии неделю от них ничего не слышали. Они должны были встретиться со своей тетей в Коди. Если те девушки, с которыми мы разбирались на прошлой неделе, ты, скорее всего, последний, кто их видел. Скажи им там, что я с радостью отвечу на все вопросы. Слушай, это не должно быть проблемой, если, конечно, их не найдут мертвыми. Тогда возможно. Может, мне ничего не говорить и тем самым избежать проблем? Стоит сказать, наверное, все-таки. А мне кажется, тебе стоит об этом сказать. Да, без деталей. Мне совсем не хочется говорить с полицией. А мне тоже. Хорошо, Генри, спасибо. Наслаждайся закатом. День 15. Уже 15 был 9, сейчас уже стал 15. Загрузка. Генри, проснись. Темно как. Но у меня есть фонарик. Рация. Встань с кровати и возьми рацию. Ответьте, делали. О, фонарик включил. Сейчас возьмем. Вот она. Что тебе надо? Привет, мой большой дружок. Джулия. Чего? Привет, Джулс. Ах, у тебя усталый голос. Да, я устал, малек. Ты хорошо проводишь время? Ну, в принципе, неплохо. Да, здесь хорошо, знаешь, так красиво. Здорово, Генри. Правда, здорово. Ладно. Иди спать. Джулия, это жена. Окей, Джулс. Делайла вроде милая. Конечно. Пока, родной. Пока. Чё звонила? День 33. Чё нас так кидает-то быстро по дням? Я думал, будет там первый день, второй вот как был, потом третий, четвертый, то есть вся неделя полностью. А здесь нас кидает очень быстро по дням. Кстати, те две девчонки, которых мы гоняли в первой части, оказывается, пропали без вести. Следует на север за припасами. Неужели так трудно достать припасы прямо к вышкам? Ну, мне мое доставляют на дом. И как это работает? Плюс 10 лет та же. Ты идешь за ними пешком в 30-градусную жару, а я решаю кроссворды. Жизнь ужасно несправедлива. Не правда? Тем не менее, когда найдешь припасы, помни, они не только для тебя. Другие дозорные биологи и прочие берут там свою еду. Я не хочу заказывать еще. Там должно быть много хорошего. Фасоль, чернослив, вяленое мясо. Знаешь, моя сестра ест 6 черносливов в день. 6, она очень педантичная в этом вопросе. Она бы прекрасно подошла до этой работы. Ну как же быстро здесь диалоги идут! Падла! Так, куда нам идти? Ты связался со мной по рации в середине ночи пару недель назад. Ты спал, и все, что я слышала, бормотание и имя Джулс. Я подумал, что это мило, я хотел разбудить тебя, но потом подумал, что, возможно, у тебя приятный разговор. Я решил не мешать. Я надеюсь, что ты в порядке. Конечно. Я не должен здесь находиться. Должен. Нет, я просто сбежал от своих проблем. Нет, не сбежал. Мы все лажаем. Так, послушай, за несколько месяцев до того, как я устроилась на эту работу, у меня был парень Хавьер. Он невероятно заботливый, сексуальный. Он был бурильщиком в Каспере. Все, погнали, нахер диалоги читай. Нам нужно найти припасы. А мне уже начинает эта бабенка бесить, которая постоянно говорит всякую херню, всякую дичь нам втирает.
И это меня начинает раздражать. Так, идем на север, значит, да, за припасами. Что, здесь не могу пролезть? А, вот спустился, есть. Так, здесь тоже прошли, нормально. Нам вообще в какую сторону? Карту. А мы здесь, и нам нужно... Да хер его знает, куда нужно. Следовать на север за припасами. Север. Мы пойдем на север, мы пойдем на север. А пользоваться я не могу этим компасом, поэтому пойдем на свой страх и риск. Так, здесь мы не пройдем, это понятно, значит, нам вот сюда. Кстати, мы здесь бегали, помните, здесь проходили, там сгоревший лес, мы через него прошли. А значит, там забор с левой стороны у нас есть, куда мы не смогли пройти. И где-то здесь должны быть запасы. Наверное, в том большом ящике, помните, там ящик был? Такой небольшой. Вот, может быть, здесь? Нет. Закрыть. Не то. Так, давайте вот сюда вот тогда. Надеюсь, я в правильную сторону пошел. Очень на это надеюсь. Так. Дальше куда? Здесь мы не можем пройти, не можем, не можем. Где эти припасы? Тут все занято. Веревка, по этой веревке мы можем... В принципе, залезть, наверное, да? Ну да, это наша веревка, мы же здесь спускались, помните? Похоже, назад возвращаемся. Давай, есть. Сказать нет, сказать ничего не могу. Веревки, кстати, я думал, пропадут. Нет, не пропали. Давай, залази назад, дружок. Оглядываться, ну, немножко могу. Но на 180 нет. Голову, то есть, назад он не может повернуть. Так, ладненько. Чешем дальше. Здесь мы с вами тоже были. Если я не иду не в ту сторону, мне придется сейчас вернуться назад. Припасы региона Торофер. Да, все правильно. Угу. Да, там, помните, большой зеленый ящик был, там пусто было. Значит, я все правильно иду. В этом месте мы с вами были. Где-то здесь с левой стороны есть ящик. Надеюсь, это то место. Кажется, он с левой стороны. Сейчас посмотрим. Вот здесь он или нет? Или нам еще повыше нужно сгонять? Вот ящик. Так, надо сообщить. Давайте сообщим. Хотя нахер, можно и так открыть. Вот они. Так, и какой мне ящик брать? Еда для другой вышки, еда для вышки две тропы, еда для другой вышки. Вот наша коробочка с припасами. Есть? Можно сообщить? Окей, я взял что... все, что было нужно. Пора обедать. Закрыть. Только свое, так? За кого ты меня принимаешь? День 64-й. Быстро, да, довольно-таки быстро события разворачиваются, но нам пока неизвестно, что стало с теми двумя мелкими... Опа! Девками. У тебя место в первом ряду, но, возможно, там уже горит. Да, он разгорается. Я вызову помощь, они пришлют команду профи для подавления, но я уверен, что мы с ним на все лето... И у него еще нет названия. Я обычно придумываю для них что-то смешное или практическое, или немного непристойное. Отдаленный дым. Могу увеличить, смотрите, как пылает. Но почему бы не представить эту работу себе? Ну давай назовем его Большой Пожар, если мы думаем, что он будет большим. Большой Пожар. Ага. Ну, это практично. Такова цель. Даже странно, что мы никогда не использовали это название. Иногда лучшее название — это самое очевидное. Значит, большой пожар. То есть эта баба дает название всем пожарам. Там у подножия холма есть ручей. Знаешь, что мне нравится там делать? Не знаю, подмываться, наверное. Что? Брать бутылку того, что есть под рукой, опускать ее в воду и оставлять там охлаждаться на весь день. И тогда такими горящими ночами, как сегодняшние, у меня будет вкусный и прохладный напиток. Я научился этому у своей сестры в Санта-Фе. Она так поступала с бутылкой текилы рядом со своим домом и делала маргариты размером с твою башку. Тебе нравится? Конечно, конечно бы понравилось. Звучит здорово. Так оно и есть. Ты смотришь на пожар? А, вообще-то да. А стоило бы, дай мне знать, когда будешь смотреть. Да я ж смотрю. Окей, я снова смотрю на него. Мне нравится, как они выглядят ночью. Днем это просто дым, но когда садится солнце, в них можно потеряться.
Ага. И что нам делать? Мы такой пожар не потушим. Я рада, что ты здесь. Я тоже. Хорошо. Я не говорю с другими подозрительными так часто, как я говорю с тобой. И не таким образом. Я знаю, должно быть, ты давно ни с кем так не общался. Я не хочу ничего осложнять. Но с тобой очень здорово. Мы этот пожар не потушим. Что мне делать? Я хотела быть рядом. Она ко мне клеится? Я тоже. Мы могли бы сидеть снаружи. Мы могли бы говорить без этих раций. Мы могли бы... ну... Что, блядь, здесь происходит? Я не понял. Эй, баба. А и что бы мы могли сделать? Ну, давай я тебе расскажу. День 76. В общем-то, баба клеится к нам. Всеми способами. Видимо, у девочки давно течка не была, да? Ты ходишь рыбачить? Это одна рыба, и меня уже тошнит от здешней еды. Ни хера себе у меня удочка. Я никому не скажу, что ты браконьер. Поймать рыбу в озере Джонси. Кстати, лесники меня постоянно рапортуют о проблемном медведе, за которым они стараются следить. Можешь посмотреть вокруг озера, нет ли свежих следов, и дать мне знать. Найти медвежьи следы у берега озера. Так, а озеро у нас в какой стороне? Сейчас мы ей ответим. Проблемный медведь? Черт, я придерживаюсь мнения, что все они проблема. Ну, пожалуйста. Не могу поверить, что я завершу свой земной путь в виде кучи медвежьего дерьма. Спасибо, Генри. Ну да. Ладно, давайте доберемся до озера и будем искать медвежьи следы. Карту, карту мне. Не понял. Что за бред? Ага, найти медвежьи следы озера. Так, мы находимся вот здесь, нам нужно, понятно, нам нужно прямо просто-напросто идти. Закроем карту и погнали. Не, ну прикольно, надеюсь, нам дадут с удочкой порыбачить. И опять мы идем к тому озеру, где развлекались девчонки. Куда они делись, непонятно. Может быть, кто-то еще в лесу есть, я не понимаю. Может быть, там маньяк какой-то, там палатку их... Да, вот попелище. А палатку их порвал там на куски. Или медведь, может быть. Сохранились, отлично. Пока это все загадки. И мои предположения. Больше ничего. Но будем играть. Будем играть и надеяться на то, что нам игрушка преподнесет какой-нибудь неожиданный поворот. Это что такое? Планшет? Взять? Что за хрень? Надписи. Еще надписи. Какого? А, Ди, я нашел здесь планшет, и здесь происходит что-то странное. А на озере? Что такое? Кто-то записал то, что мы говорили друг другу. А, говорим. Это бессмысленно. Я не говорю с другими дозорами так часто, как я говорю с тобой. И не таким образом. Невероятно. Эй, погоди секунду, здесь что-то есть. Изучить странный шум в стороне ущелья. Генри? Я волнуюсь. Кстати, да. Может мне забрать его вообще? Оставить себе? Давай, давай, давай. Да там никаких грибов не мешал? Чё тебе там чудится? Ну-ка, погнали. Опа, рация чья-то. Господи, не знаю, почему я так за тебя волнуюсь. Ох, чё за... Какого хрена? Это чё такое? Это что за хрень? Нас кто-то вырубил, ребята! Хух, меня аж передернуло! Мурашки пошли. Жесть. Что случилось, Генри? Кто-то нам навтыкал. Я черт, черт, меня ударили по голове, кто-то ударил меня чем-то. Ты серьезно? Какого черта там происходит? Я не знаю, Господи Иисусе. Так, еще раз, ты нашел планшет с записями наших разговоров. Что там было? Я не знаю, их больше нет, как их и рации. Кто-то мог меня убить. Делайла! Какого хрена? Что происходит? Что такое станция Вапити? А, не знаю. Я увидел название станции Вапити в момент, когда меня вырубили.
Тебе станция, а тебе название станции Вапити о чем мне говорит? Лук Вапити, возможно, это Лук Вапити. Он есть на наших картах, он недалеко от места, где ты находишься. Это то, где ты увидел... Нет, не успел, блядь, исследовать Лук Вапити. Это к северу от озера, похоже, где-то на северном берегу. Все, я пошел в ту сторону. Блин, моя башка. Ага, вот это уже интересно. Ты уверен, что ты видел то, что видел Генри? Может, ты разозлил еще каких-то туристов, и они пришли, чтобы тайком огреть тебя? Нет, ну она херню какую-то говорит. Какие туристы? Тут маньяк ходит. Серьезно говорю, может, кто-то с ума сошел? Какую сторону нам идти? Где это озеро? Следовать Лук Вапити. Вернее, Лук. Так, мы находимся здесь. Нам нужно найти этот чертов Лук. Вапити Стейшн. Вот, смотрю, станция здесь есть вроде. Погнали туда. Понеслась. Блин, я с этой карты не могу бежать почему-то. Погнали. Кстати, здесь мы с вами еще не бегали. Вау, кстати, вот мне графа понравилась, если честно. Здесь можно залезть, в принципе. Ну-ка еще карту посмотрим. Здесь кто-то старается делать заметки, разговаривает бог знает с кем. Маньяк здесь бегает, я серьезно говорю об этом. Можно подняться. Ты, наверное, уже в пути? Аккуратно. Давайте здесь попробуем пройти. Охренеть, кто-то по башке огрел и свалил. Зашибись. Ящик с припасами. Один. Два. Три. Мне кажется, здесь ходит маньяк, и он как раз этот маньяк похитил этих девочек. Стопудово. Карта обновлена. Так, что здесь есть? Старый свитер. Нельзя взять. Книжка. Херня какая-то. В жопу эту книгу. Свитер взять нельзя. Закрыть. Понеслась дальше. Пока идем по озерцу. И нам нужно отсюда как-то выйти. Скорее всего, нужно было подниматься по тем ступенькам. Здесь я больше не смогу пройти. Ладно, давайте вернемся. Зато обыскали ящичек. Здесь вот можно пройти, скорее всего. Ага, вот так вот. И нам нужно попасть на этот лук, Вапити, так называемый. Здесь я могу спуститься? Да, крепление. Зацепаем. И давайте шурую вниз. Блин, жопой чую, здесь ходит маньяк. Маньяк-убийца. Страшновато. Нужно было какое-нибудь оружие взять, там топорик, я не знаю. Ружье по-любому должно быть у лесной охраны. Ну почему ничего нету? Ты же охранник, когда идешь на пожар, там же всякие животные дикие ходят, тебе же нужно как-то обороняться, правильно? Но тут нихера нету. Это жесть какая-то. Забор. Окей, я у забора, я никого не вижу, но я не могу перелезть через него. Насколько он большой? Большой, он идет в обеих направлениях. Гектары. Какого хрена здесь происходит? Чтобы это не было, кто-то хочет, чтобы об этом знали. Иногда биологи ограждают маленькую область, чтобы изучать флору, но это обычно несколько квадратных метров. Это явно не то. Попробуй проверить, можно ли где-то перелезть. И тут реально какая-то херня творится. Забор окруженный. Может быть, здесь тарелка с НЛО упала? Пробраться через забор. А военные оградили территорию, никого не пускают. Ха-ха, а чё? Может такое быть. Ладно, погнали. Давайте посмотрим здесь вид. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вау, вы смотрите. Классный вид на плато. Шикарно. Окей, я дверь нашел. Калитка. А и каковы шансы, что они забыли запереть калитку? Думаю, невысокие. Блин, закрыто. Скоты. Замок висит. Не был ломик какой-нибудь? Слушай, мне сюда не попасть. Вот дерьмо. Я не знаю, сколько я еще могу тут околачиваться, пока меня не заметят. Господи, если бы ты был настоящим пожарным, ты бы снес эту калитку в два счета. Эй, там ребята работают над контролируемым выгоранием, они могли бы помочь. А где они? За рекой Руби, там есть лагерь, они проложили тропу, которая должна привести тебя прямо к ним. Ну, отлично. Если они еще не ушли, то именно такие ребята помогут тебе преодолеть забор. Найти место контролируемого выгорания к югу от реки Руб. Так, ну давайте карту взглянем. Мы находимся вот здесь. И нам, наверное... Ага, Кэмпайр смог. Вот сюда вот нам надо добраться. Ну что тогда, возвращаемся назад. Хер ли делать. Так, карту свернуть. А здесь мы нигде... Что за херня? Взять камень. Ну-ка, а может быть использовать камень? Давай, давай.
Да ладно. Не, ни хера не получается, чуваки. Ну-ка еще разок. Дай-ка камень. Попробуем еще. Давай. Нет, не получается. Черт. Здесь больше ничего нету. К сожалению, ничего. Кусок дерева, забор, забор. И все. Так, ну что, надо проход искать назад и возвращаться. Чуваки, могут, может, мне помогут даже в этом. Взглянем карту. Ну, все правильно, значит, мы идем вот так вот. Окей, через ручей нам нужно пройти. А потом через луг, кажется, или через выгоревший лес. Здесь вот я могу забраться, кстати, сохранился. Хорошо, и давайте заберемся наверх. Так, как мне залезть? Вот так вот, пробел, и полезли наверх. А чем они мне, интересно, помогут? Может, у них топор есть? Вот я не понимаю, вот почему нету топора, нету оружия? Как-то глупо, вот, если подумать, правильно? Все-таки охранник, как я и говорил. Так, в какую сторону нам? Сюда вот? Или не сюда? Да, давайте здесь пройдем. И прямо побежим. Вот так вот. Понеслась. Ну, хотя бы бегать может, и на том спасибо. А, ручей. Так, дальше нам куда? А вот сюда вот, может быть. Нам нужно на тропу выйти, да? Направо вот так вот повернуть. Вот так вот, кажется, да? Погнали. Идем по тропе и, в принципе, должны по ней добраться. Вдоль ручья. Ага. Опа. Дерево. Налево. Налево. Давайте взглянем карту еще разок. Не хочу заблудиться. Да, все правильно. Погнали. Так, может быть, сюда вот, нет? Сейчас пробежимся, посмотрим. Опять возле этого озера, опять возле этой большой скалы. А вот, значит, у нас поляна большая. На карте она была видна. Такс. Ой, как далеко идти, смотрите. По карте. Очень далеко. Я надеюсь, потом дойдем мы с помощью заставки туда, а не назад будем бежать. В принципе, должны с помощью заставки вернуться. Птички поют, солнышко светит, а мы с вами в 30-градусную жару херачим. Я брожу к востоку от озера. В какую сторону река Руби? Она в юго-восточном углу твоей карты. Лагерь скаутов, где располагались пожарные, должен быть на твоей карте. Он выглядит как маленький треугольник с плоским домом. Да, он похож. И как я раньше не догадалась. В принципе, я вроде увидел его. Ну вот он, да, мне туда и надо идти. Я так сразу и сказал. Отметки, кстати, все даются на карте. Можно бежать к этой отметке смело. Так, дальше куда? Где-то здесь должен быть поворот, в принципе. Или спуск. А, слушайте, здесь должен спуск быть. Помните, мы спускались, когда девок искали, когда лагерь их нашли? Сейчас еще раз проверим карту. Да, все верно. Нам сюда. Крепление. Давай, пробел. Чуть не хочешь зацепаться, а вот все получилось. Да, мы здесь бегали, когда лагерь девок искали. Кстати, здесь уже можно без карты передвигаться, уже запоминаешь. Места. В принципе, несложно запомнить. Все, и погнали. Так, теперь, значит, сейчас мы должны выйти, в принципе, помните, там березок много было? К тому месту. Я вот не знаю, к водопаду мы подойдем или нет. Может быть, в другую сторону побежим. Скоро все узнаем. Так, дальше мне куда, в какую сторону? Так, по какой тропинке? Ну, в принципе, здесь две тропы одинаковые. Без разницы... По какой идти? Сейчас должно быть направо, да, поворот? А, ну вот, поляна большая. Двигаем пока прямо. Здесь мы были, открывали, помните, вот этот сундук? А вот и березки у нас здесь. Еще раз карту посмотрим. Ага. Все, двигаемся в верном направлении. Скорее всего, сейчас мы придем как раз к этому водопаду, по идее. Посмотрим, кто нам там поможет. Надеюсь, чувака три хотя бы там будут, то мы вынесем к херам этот чертов забор. Так, ну чё, где они, где они? Эй, лагерь. Может, здесь вот забраться надо? Давайте посмотрим. Нет, нужно бежать именно по этой тропинке. Ну, погнали. Вдоль этого ручья. Давай побыстрее, дружочек, пожалуйста, беги. Оу. Ну, слушайте, красиво, не перестаю поражаться
этим красотам. Скорее всего, лагерь у них они находится прямо возле водопада. Или я ошибаюсь? Вот водопад. В принципе, они должны быть на месте. Ага, потом нужно подняться мне как-то вот в ту сторону и забраться наверх. Но как это сделать? Вопрос. Нам нужно наверх. Как мне подняться наверх, пока не понимаю. Где-то здесь должен быть вход. По идее. Еще раз посмотрим. Так, ну да. Нам вот сюда вот. Потом налево. Сохранились. Угу. Значит, все правильно иду. И где-то вот здесь вот должен быть лагерь. А где он? Наверху? Или где-то здесь? Потому что лагерь девок был именно в этом месте. Ага, немного я прошел. Вот здесь вот где-то он. Где-то вот здесь, вот посередине. Кострище. Посмотрим еще. Ну, в принципе, я дошел, а... Чуть никого нету. Что за бред? Я правильно пришел вообще? Стойте, а мне... Неужели мне вот сюда вот нужно? Скотт Кэмп. И мне кажется, я не туда пришел. Потому что здесь отметка этих баб. Так, народ, мы с вами заблудились. Это херово, это не есть хорошо. Погнали назад. Черт возьми. Но это точно не здесь. Нет, похоже, это не здесь. Найти место контролируемого выгорания к югу от реки Руба. Транлейт. Руби Ривер. Да, все правильно. Не к той реке пришли. Вот черт, а. Надо было так лохануться. Я увидел отметку этого лагеря там. Значит, и побежал именно к нему. Вот это хрень. Я здесь нигде не смогу срезать, кстати. Печально. Ладно, давайте пробежимся. Че, мне куда тогда? Возвращаться назад, что ли? Придется назад возвращаться. О, черт. Как же далеко идти? Очень-очень далеко. Березки маленькие. Придется, наверное, опять залазить на эту скалу большую. Нужно было сразу туда бежать. А я перепутал лагерь девок и лагерь этих вот пожарных скаутов, или как их там назвать. Так, свет у нас в какую сторону идет? Здесь мы, наверное, не пройдем. Не-а. Нам нужно возвращаться назад туда, вон на поляну. И потом прямо бежать и спускаться уже в другую сторону. Я так понимаю. Странно, вот мы сколько бегаем, видели только одного оленя, да? Больше вообще нету животных. Ни волков, ни... Вот насчет медведя она сказала что-то, но пока его не видно. Такс. Да, сюда, и нам нужно подняться будет сейчас наверх. Еще раз карту посмотрим. Да, наверх, и потом направо бежать. Погнали. Долго перемещение, зря они не сделали здесь небольшие, может быть, телепорты можно было делать. Конечно, это из грани фантастики, но все же раз так точку нажал, ТП-шнулся туда, да? Телепортировался, чтобы не бегать. Ну что, поднимаемся наверх. Давайте. Погнали. Машины у нас нету, маленького вертолетика тоже нету, чтобы летать над нашими владениями. Так что мы идем исключительно двумя ногами. Причем своими. Как-то он медленно забирается, кстати. Так, значит, да, вот сюда вот нам. Вот эта вот тропа основная. А, так, вот, я навела справки. Кажется, у остальных все в порядке. Кстати, все верно, я иду. Баба заговорила. Поднимаемся наверх. Ответить можно? Можно, кстати. А у тебя ничего странного не происходит? А, нет, ничего особенного. Ничего особенного или ничего? Ничего, как-то вечером у меня была открыта дверь, но это не странно. Это не похоже на ничего. Да, это ничего. Обещаю тебе. Хорошо, я иду к лагерю в любом случае. А, ладно. Держи рацию при себе. На рацию всегда со мной. Ну чё, давайте смотреть. Теперь почаще буду карту юзать, чтобы не ошибиться. Нам нужно как-то сюда добраться, но пока как, я не знаю. Там что-то ни тропинки, ни хера ничего нету. Будем держаться, значит, с правой стороны.
Вот этих вот гор. Потом там должен быть... Ага, вот тропинка. Спуск должен быть вниз. Надеюсь, что... Да, все правильно. Я знаю, что пока непонятно, что именно происходит, но у меня нехорошее предчувствие. Так, может сюда? Мне не нравится чувствовать себя уязвимой. Да, здесь, смотрите. Старое городище, пепелище, как она там назвала его в прошлый раз. Так, давайте посмотрим опять карту. Так. Пройду я здесь или нет? Пепелище, нам нужно как-то вот до угла той карты добраться. Давайте и ответим. У него был отец, чтобы его защитить, не так ли? Да, да. Ты не думаешь, что он мог... Нет, наверное, ты прав. Карта обновлена, ништяк. Это было 3 года назад, он уже в старших классах школы, они на летних каникулах. Да, ты прав. Найти пожарных в старом лагере скаутов. Это найдем. Сейчас карту заодно обновим. Так, открыть. 1, 2, 3, 4. Ну, дайте мне какой-нибудь пистолет хотя бы, а. Так, карту обновим. Ага, делай заметку. Есть. Припасы. Да чё мне эти журналы-то всё дают? Закрыть. Так, погнали дальше. Еще раз карту. И нам нужно как-то направо идти. Направо, вон туда, вон в ту сторону. Ага, вот здесь вот должны подняться. Нихера тут дерево, гляньте. Вот это да. Ой, что-то у меня аж мурашки пошли. Вот это дерево. Что там висит, что ли, что не пойму. Большое дерево. О, лыжи. А что они здесь делают? Охренеть. Большое дерево, лыжи. Сказать не могу. Ладно, понеслась. Интересно, это дерево отмечено на карте или нет? Да, кстати, отмечено. Ну что, погнали. Здесь вот река вроде должна еще быть. Нам нужно держаться левой стороны. В этом месте, кстати, мы с вами еще не были. А прикольное такое дерево, эпичное. И вот где-то здесь, по идее, скоро должен быть лагерь. Тропинок нету, ничего нету, уже темнеет. Странные чувства, вроде не животных, никакой опасности, но у меня что-то прям дрожу немного. Опа, это что такое? Снегоход. Так, сообщим. Тут какие-то старые снегоходы. Ничего себе. Кажется, один из них бедняк... А, кажется, один из этих бедняк ехал через этот пруд и утопил его. Обратный путь к цивилизации был невеселым. Так. Разбитый снегоход. Ух, нихера себе. Прикольно, смотрите. Пруд. А здесь старый пруд, скорее похожий на кучу грязи. Он у тебя есть на карте? А, я знаю, где ты. Да? Где я? Свиной пруд, там был знак с этим названием, но его постоянно ворвали. А, вот здесь нет таблички. Потому что называется свиной пруд? Итак, лагерь скаутов где-то рядом со свиным прудом? Да, просто продолжайте на восток, перейдешь небольшой овраг, и точно его увидишь. А, принято. Погнали. Небольшой овраг. Ну, карту заюзаем. А мы здесь, да, мы, кстати, пошли, почти добрались до места. Немножко, конечно, пришлось поплутать, но ничего. Опа, это вот этот лагерь скаутов или нет? Кэмп? Да, кажется, мы его нашли. Ну-ка. Мост обратно в лагерь больше нет. Черт. Я пойду через овраг и посмотрю, есть ли место, где можно перейти. Хороший план. А здесь мы не пройдем. Я не могу через него перепрыгнуть. Ладно. Давайте где-нибудь попробуем пройти с вот этой вот стороны. Что-то такой дымок идет, что ли, не пойму. А можно, кстати, вниз спрыгнуть. Давайте. Так. Вот так вот. Высокий уступ. Не сдохнет он у нас? Нет. Ой, гляньте, тотем. Прикольно. Классно. Так, дальше что у нас здесь? Ага, мы в лагере, кстати. Мы сюда попали, все-таки. Старые укрытия. Я так понимаю, эти маленькие укрытия, но где они держат скаутов? Ага, на протяжении последних 35 лет. А, я в лагере. Хорошо, оглянись, если там кто-то еще, они могут помочь. Да тут нет никого, вы че? Моя история будет звучать безумно. Можешь попросить их помочь себе перелезть через забор? Если уж я о нем не знала, то они тоже не в курсе. Это место выглядит заброшенным, но посмотрим, что я смогу сделать. Какой
Какие скауты? Тут нету никого. Тут раздолбанные укрытия, раздолбанные домики. Вы что, издеваетесь? Капкан. Во, сообщим. Тут много медвежьих капканов в хижинах скаутов. Скауты отважные. Добыча. Жуть какая. Не жуть, это жесть какая-то. Ладно, сейчас посмотрим, что здесь у нас. Ничего, ничего. Какая-то странная обстановка, что-то. Я что-то я очкую, да? Старое укрытие, что здесь у нас? Доски. Может, я возьму доски и перепрыгну? Через все-таки. Через ту пропасть. Хотя нахера, я же здесь, да? Идем дальше. Что-то ничего здесь нету вообще. А что такое? Бумага? Надо сообщить. Я тут нашел небольшую лопату, возьму ее с собой. Может, открою пиво. А уверен 99%, что она для того, чтобы закапывать всякие штуки. Лопата, дай-ка сюда. Что, тоже не нужна? Тоже ее не берет. Записка. Эй, Ди, они кое-что оставили, что-то типа инструкции от их босса. Там написано что-то стоящее. Через несколько дней направится в Тарафе по поручению доктора Симмонса со станции Вапити. Тут все по-английски. Станция Вапити? Нифига себе. Продолжай читать. О, я думал остановиться для пущей загадочности. Мама всегда говорила, что рано или поздно встречу кого-то, кто ответит мне на все мои вопросы. У них там исследовательский центр. Он волновался о пожарах. Кто-то записывал наш разговор, а теперь мы узнаем, что у них там исследовательский центр. Что они исследуют? Не знаю. Я думаю, они изучают меня. Из-за того, что случилось с тобой раньше, вся эта история с Джулией... Да, может, они изучают воздействие подобного. Горе, горе, когда у тебя нет выбора, кроме как оставаться наедине со своими мыслями. То есть они развернули целый центр ради тебя? Вот записка. Перевода, к сожалению, нету. Закрыть. Думаю, нам следует допускать вероятность, что все это просто большое недопонимание. Но если ты видел то, о чем говоришь... Черт, Генри! О, топор! Наконец-то! Хорошо, что дальше? А у меня есть топор, я найду путь через овраг обратно к исследовательскому центру. Хороший план, выходи на связь, когда сможешь. И смотри, не идет ли кто за тобой. Вернуться на луг в Апите. Ну это жесть, чуваки. Короче, за тем забором, я так понимаю, какой-то исследовательский центр находится. Это жесть какая-то. Так, мне нужно вернуться в Апите Стейшн. Опять на этот луг, в общем. Жесть какая-то. Вот это жесть, а. Топор я взял. Теперь что, мне назад возвращаться или как? Или я могу здесь вот где-нибудь пройти? Интересно. Слушай, здесь заросли. Расчистить. О, у меня есть теперь топор, я могу топориком чистить. Наконец-то. Вот это дело. То есть теперь я с помощью этого топора могу, в принципе... Что такое? Срубить? Ни хера себе. Могу замок сломать. Вот это другое дело, наконец-то. Давай, падай. Вот так вот. О, да. Ха-ха! Так, вот так вот, наверное. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тише-тише-тише-тише, браток. Все, ништяк. Так, ну чё, где мы в итоге? Нам нужно возвращаться назад. Чёрт, это все дело очень-очень, кстати, долгое. Сейчас посмотрим, куда мы... Ты там? У меня возникла мысль. Какая? Да. Ты слышал кого-то в кустах? Да. Окей, давай рассчитать, что за нами следят. Или, по крайней мере, за тобой. Где ты сейчас? А, я на пути обратно. Лес то есть, то нет. Вокруг ничего. Ты кого-нибудь видишь? Нет, абсолютно точно. Хорошо, тогда скажи мне, что ты думаешь о... Что за хрень? Что это такое? Ты только что кашлял? Нет. А ты? Нет. Твою мать, вот черт, у меня аж мурашки пошли. Какого хера? Эм, ведь кто-то вроде другого дозорного не может быть на этой линии, так? А, нет, без модификации наших раций это невозможно.
Иди в свою башню, запри дверь, не входи и не используй свою рацию, я с тобой свяжусь. Ты меня понял? Я с тобой свяжусь. Охренеть! Вау! Вот это события развиваются. Нас кто-то преследует. День 77. Жестко. И очень интересно. Так, мы, в общем, сидим. А вышка Торофер, это две тропы. Вызывай тебя уже в... Ах, хер знает какой раз за сегодня. Большой пожар продолжает двигаться в южном направлении. Делайла, какого хрена? Возьми рацию. Привет, солнышко. Я ненадолго отходила. Чем могу помочь? Да хер тебя знает чем. Ты можешь мне помочь с билетом назад? Меня не волнует, будет ли это лошадь, вертолет или конноя. Просто вытащи меня отсюда. Генри, у нас еще осталась работа. Давай поговорим о том, что тебя беспокоит и тебя полегчает. Ты что, серьезно? Давай поговорим, окей? Ладно. Кстати, я тут подумала, висит ли еще на той вышке плакат Флора Леса Шошони? Что? Это просто правило, чтобы они висели. Ну там информация о твоей вышке, о видах деревьев в зоне и так далее. Хорошо. А просто, ну, взгляни на него, убедись, что с ним все тип-топ. Изучить постер с Флорой. А, наш чувак уже хочет домой свалить, кстати. Вот он. Сообщите о плакате. Окей, да, он здесь. Почему ты так себя ведешь? Отлично, просто замечательно. Ты видишь дерево в верхнем ряду, второе слева? Вижу. Ну? А дай посмотреть, и я тебе скажу. Нет, не нужно мне говорить, просто, усвои его. Отличное дерево, и в твоей зоне есть место, названное этим деревом. Куда тебе, возможно, стоит сегодня сходить? Возможно. Чего? Это вот это вот, что ли? Какое дерево я должен усвоить? Верхний ряд, второй слева. Верхний ряд, второй слева. Вот это вот, тополь. Тополь. Ага. Сходи к месту и посмотри. О, окей, может мне правда стоит прогуляться? Нет ничего лучше полуденной прогулки по горам. Свяжись со мной, как доберешься. Идти к тополиному ручью. Фу, народ, давайте, наверное, на этом закончим. Прикольная серия была, такая напряженная, вроде... По башке нам настучали, да? Но леса мы не видели. Вот. Походили, значит, лагерь какой-то заброшенный. Топорик наконец-то появился. Маньяк какой-то нас преследует, потому что мы здесь заперлись, сидим, никуда не выходим. Не знаю, что будет дальше, но пока на этом закончим. С вами был Турбоёж. Как всегда, лайками поддерживайте игрушку. И еще увидимся. Пока.